ночь с 17 на 18 сентября под огонь вооруженных сил Украины попала карета скорой помощи, которая приехала на вызов в Петровский район Донецка. Врачи рассказали военным корреспондентам пресс-службы вооруженных сил Донецкой Народной Республики о том, что подобные случаи происходят постоянно, а украинские военные намеренно открывают огонь по медикам и спасателям Донецкой Народной Республики. Ну, поступил вызов больному, повод, травма головы без сознания. Это в район Трудовских. Ну, считай, что под Маринкой, это за блокпостами. Мы только въезжали, уже какой-то был тупой взрыв. Подъезжаем, люди говорят, что только что упала мина. Вот лежит больной же, что-то вот. Мы забираем это естественного больного, и идет в тупую обстрел минами скорой помощи. То есть мы едем впереди, и падают мины. Ну вот, на дороге там возле магазина разворочено. Улица летчиков. Ну, все по ходу. Да, все по ходу движения. Движение. Вот мы выехали, вывезли больного. 14-ю больницу. Мы вывезли, да, под обстрелами. Ну, это ж ничего не меняет. Это вообще такое бывает, что попадают бригады под обстрелами? Да, практически каждый день. У нас стрельба здесь каждый день. Утром она начинается, в обед стрельба, ночью, днем. Люди, дети ходят. Вот внезапно вдруг начался обстрел, и все. Как только она Трудовские, там все просматривается. И мы, получается, между двух огней. Вроде бы как запрещают, и идет обстрел, нельзя ехать. Но если в то же время, если не приедешь, вот так вот, и кому-то не окажешь помощь, опять кто виноват? Мы будем виноваты. А то, что нам заранее говорят, что вот на Териконе сидят снайпера, что вы туда не Да, идете. Есть зоны, что снайпера простреливают. Прямая улица, это за блокпостом с противоположной стороны все просматривается. Там тупой танк может выстрелить. Просто-напросто, как оно и бывает, часто и густо. Мы туда другой раз идем пешком, вот так одеты в эти одежки. А выезжаем мы за пределы. И стреляют по скорым специально? Да, вот это солдаты даже на блокпостах говорят, уже это замечено. Только въезжает скорая, пожалуйста. Они же возмущены, а как вы вообще проезжаете без бронежилета? И вот они, наши бронежилеты. Там пусть солдаты, бронежилеты, там что-то. Мы выезжаем на край. Александровка это вообще. Стрельба, сразу обстрелы. Темное место, там вообще не освещается. Я там живу, это Александровка, там обстрелы тоже в любое время дня и ночи. Куда скорая не заедет, вот с блокпостов, все видно. Вот видно, вот мы только подъезжаем, и уже идет обстрел скорой помощи. Уже над головой все летит.